Добрый день! Сегодня мастера компании «Парни тепла» приступили к монтажу камина в клубном поселке Нурмияне. За основу взята топка «Эко-камин». У нас на канале уже были обзоры данной топки. Давайте быстро пробежимся по ее устройству и функционалу. Это у нас двухсторонняя угловая топка. В данном случае она у нас футирована литевым черным шамотом. Топка позволяет отапливать помещение площадью до 110 квадратных метров. Также имеет систему заслонок. Первая заслонка — это у нас шиберная. Служит для контроля выхода дымовых газов с дымосборника топки. Вторая заслонка — это у нас подача воздуха под колосник. Ну, простыми словами, подача воздуха под дрова. Также имеется заслонка подачи воздуха на стекло, так называемая система чистого стекла. Потоки воздуха отсекают дымовые газы, ну, при этом стекло не так сильно коптится. Расскажу немного, как будет проходить монтаж. В данном доме уже проложены некоторые коммуникации, в нашем случае это теплый пол. Поэтому мастерами компании был обозначен периметр, где будет устанавливаться отопительное устройство, и выложен из блоков, для того, чтобы в последующем иметь поверхность, которой можно спокойно крепиться, не боясь что-либо повредить. При постройке дома были предусмотрены вентиляционные и дымовые каналы. Камин будет монтироваться в существующий дымоход, в который будет устанавливаться стальная гильза из нержавеющей жаропрочной стали. Отсюда не очень хорошо видно. Давайте поднимемся наверх, кое-что покажу. Ну, даже не знаю, случайно это получается или по каким-либо еще причинам. Но у нас, я бы уже сказал, даже по традиции, поперек дымохода проходит арматура. К счастью, у нас есть разработки Сколково, которые не раз помогали нам справиться с подобными сложностями. Мастера продолжат монтаж, ну а вы всегда сможете просмотреть ход работы и оценить уже готовые проекты на нашем канале, в сообществе ВКонтакте, на странице в Инстаграме, а также на сайте, где у нас представлен подробный фотоальбом со всеми работами. Всем спасибо!